В прошлый раз мы чинили эту раму, делали обварку двух трещин на рулевом, потому что были здесь здоровые трещины. А теперь решили сделать крепление под дисковый тормоз, причем внутри, как это модно теперь, внутри перьев. Все нормально, все работает. Единственное, что немножко высоко получилось, надо будет еще подточить, подфрезеровать сам адаптер. И все будет замечательно.